That's it. No more wheels from here. All right, guess I'm walking then. Yo, yo, yo! Check it out. What? Письмо. And this is? From Morrison. I think it's his manifesto. Всем привет, с вами Робот Лев, и мы продолжаем проходить Devil May Cry 5. Здесь немного лор. Да, Данте однажды называл себя Тони Редгрейв, и это Редгрейв Сити. И таких писем несколько, они вроде бы открываются по прохождению. I'm waiting on you. I'm cooking. Any special orders? Соли поменьше. О, это не новое, это у меня уже была. А вот это новое. I really worked up a sweat on that one. Окей, и вот она, прокачка, да, я знаю, как здесь все использовать. Посмотрим, что есть. Скорость, ворот, длиннее захват. Почему так дорого? Требуется больше с... А? Что? Перевод? Какого фига? Не, я, конечно, понимаю, что в оригинале это Get More Ops, что тоже неправильно, но, блин, требуется больше сфер... Твою мать. Новые краски. Серьезно. Ладно. Так, хорошо, стрик. Удар в падении. Комбо Б, комбо С. Комбо Д теперь надо покупать. И оно не говно. Это удивительно. Рулетка, хорошо. Шаффл. Азарт — это новый прием, как и вот этот. Этим я пользуюсь довольно часто, этим мне очень. Калибур, мой лучший друг, 25 тысяч. Так, Да, и больше зарядки, что неплохо. Это, естественно, сразу открывает вторую ячейку, и удары используют сразу две специальные. И максакт. И можно добавить еще слот для руки. Так, и что мне брать? Ну, я думаю, скорость всегда хорошо. Здесь, ну, даблджамп тоже. Блин, даблджамп пригодится. Ну да, стрик обязательно. Второй стрик. Удар в падении обязательно. И давай рулетку. Я думаю, я еще сколько там надо для даблджампа соберу. Окей, все, остальное оставляем. Так, еще можно купить руки, я думаю, этого мне хватит. Так, поменять их и синие орбы. И золотые орбы, которые резают. Так, я думаю, я просто сделаю вот так. И все будет неплохо. Да. Да, еще есть на каждой миссии рекомендуемые наборы. Я их никогда не использую, так что пофиг. Да, спасибо. Начинаем. Я, конечно, на земле не купил никаких комбо. Но я думаю, я справлюсь. И что ты такое? Да, вот такие кристаллы есть. А если ломать лавочки те же, мои любимые, то ничего не случается. Только люди еще умирают больше. На! Так. Опа! Поскользнулся. Пятый импульс, мы их уже видели. Стиль? В Devil May Cry? Вы что, впервые слышу? Ну, привет, ребята. На. Бабам. Давайте, ребят, поближе. Подальше. Еще раз бабам. Ладно, как хочешь. На. Не туда. Вот
Вот сюда, говорю, вот этого, который пил только что. Хорош. Блин, не подошел второй. Это автоматически заряжает пистолет, что прикольно. Падайте. И я вас добью. Да блин, лок. Как и почему лок? Скажи мне. Кстати, как работает система оценок? Вот за каждый бой вам дается какое-то количество очков стиля. И в конце они вычисляются просто среднее. И по нему дается оценка. Это довольно-таки хреновая система, на самом деле. Но на обычных сложностях это нормально. А вот на высоких бывают такие битвы, в которых врагов очень мало. И там просто невозможно достичь высокого ранга стиля. А в среднем эти битвы учитываются. И, собственно, получается, что лучше их вообще пропускать. Что как-то не очень. Да, есть такой таунт. Наверное, надевает капюшон. И он остается до того момента, как его ударят. Ну, естественно, я профессионал. И меня сейчас до конца игры никто не ударит. Да, определенно. Прыгай. Гербера. Ладно, я думаю, я покажу Герберу дальше. Вот здесь стоит, сидит кристальная ящерка. На. Окей. И Гербера. Еще одна. Гербера дает поворот. Как на земле, так и в воздухе, что может быть очень полезно. И если делать после ворота таунт в воздухе, то можно, по сути, бесконечно летать. Если делать это с правильным таймингом. Или просто спамить. Просто спамить тоже работает. Также, когда у вас заряжен меч, вы не хотите тратить его, то Гербера хорошо убивает эти кристаллы. А если стоять на месте, то она делает такую вот фигню, которая как бы должна парировать. У меня замах минимальный. Но не уверен, насколько это полезно. Привет, ребят. Ну и уворот наносит минимальный урон. Он реально очень небольшой. Но немножечко убить можно. И также он забирает с собой врагов. Можно улететь с ними. Я не смотрю на взрывы. О, привет, ребята. Давно не виделись. Ну что, полетели? Я говорю, полетели. На. Ну и, естественно, маневренность в воздухе это очень и очень полезная штука. Кстати, поэтому я так люблю Калибур. Потому что он позволяет двигаться в том состоянии, в котором у воротов нет. Полетели, полетели. Теперь этот таунт заряжает меч. Да не надо снова это делать. До свидания.
Тут есть еще одна секретка. Конкретно на этом Пегасе. Если я на него запрыгну, то получу орбы, которые мне очень нужны. Да, уже почти 20. Здесь, я думаю, покажу особую атаку Керберу, если я смогу это сломать. Здесь заспаунится ребятки. И я им дам покушать. Это одна из двух атак Гербера. Вторую я покажу, я думаю, попозже. Так, что ты делаешь? Сюда пошел. Я говорю, сюда пошел. Убежал просто из арены. На. Умирай, ты не убежишь. Так. Бум. И вот она. Овертюр. По-английски называется. И, скорее всего, я их буду называть по-английски именно. Так. Тут надо сюда. Кстати, эта комната очень напоминает полицейский участок из второго Резика. Не знаю почему. Кто там Ви что-то творит? Вау! Ну, в принципе, пока заряд только один, можно и мечом все ломать. Это еще что такое? Наверное, я возьму эту штуку. Которая совершенно не противна. И положи ее сюда. Так кто-то орет. Вот это пазлы. Это я понимаю. Но, конечно, в DMC пазлы нафиг не нужны. Кербера еще одна. Ладно, пусть лежит. Ах, как хорошо. Как хорошо не ломать всякие стулья. Да, и тут можно удерживать кнопку, и он покажет тебе, куда надо идти. Что настолько полезно, что я никогда этим не пользуюсь. На! До свидания. Ха, на потолке. О нет, это ловушка. Что я буду делать? Меня поймали. У этих чуваков иногда бывает какое-то количество пояса. На. Но в целом они станутся в основном нормально. Что очень даже классно. До свидания. Так. О нет, еще одна. Ужас. И тут поблизости нет ничего. Что я буду делать? Сложно. Еще одна ловушка. Но нет уж, ребята. Я пойду вот сюда. Ты пойдешь со мной? Молодец. Это демоны все сломали. Ой, я случайно подобрал. Ладно, я не против.
На! Мне кажется, он не будет танцевать. Ладно. Усыпим его. Так, как наверх? Пустите меня. До свидания. Не подходи ко мне, я тебя вижу. Я думаю, для обычных врагов оверчур, эта рука будет получше Гербера. Хотя раньше мне Гербера нравилось намного больше. На, давай, поскорее, помогу тебе. Ага, я... В смысле? Почему у меня капюшон спал? Это не я, это он. Прикольная передача. Так, и это все? Окей. Ну ладно, я сюда пойду. И это еще что? Демонов призывали? Теперь все понятно. И это секретная миссия. Теперь они выглядят так. Тут нужно найти правильное место и посмотреть на пиктограмму. Перебейте всех демонов. Не, я не справлюсь. Слишком сложно. Ну, поехали. До свидания. Баба. На. Окей. Че там было? Я даже не увидел, кто там вылазил. До свидания. Иди сюда. Иди отсюда. Так, капюшон обратно. Кто еще? Ты? Вот у них поезд был. Так, полетели. До свидания. Не, не надо ко мне подходить. И, естественно, кусок синьорбы. Ура! Эй, капюшон обратно надень. Ё-моё. Ага, секретка спрятанная. О, эта комната прикольная. Держи. Я думаю, я здесь покажу вторую атаку Гербера, потому что эта комната очень хороша для нее. Она выпускает кучу лучей, которые рикошетят, и этим повышает свой урон. Естественно, в маленьких комнатах работает все намного лучше. Не надо. Убери свой позис обратно. Трипл С. Видал? Блин, ничего не видал. Он валялся там. Оп. А, ночь прошла. О, нарозол. А, кстати, вроде бы, если есть Гербера, то можно допрыгнуть вон до туда, или вон до туда, и там какая-то секретка. Но это не точно. Чё офигел? Ну ладно, я сюда пойду. Мне не сложно. А,
Полетели. И ты полетел. Че, хилять будешь? Нормально. Так. Еще одно. Привет, ребята. Полежите. А я это возьму. Ё-моё. И побегу вон туда, потому что тут, во-первых, рука, а во-вторых, что-то получше. И это должна быть полная, да ведь? Да. Больше здоровья. Да раз он себя перебивает. Это можно перепрыгнуть. И этих врагов здесь не будет. Эти чуваки интересные. Потому что, если их сбить с ног, блин, сбить, то они начинают светиться и бежать на вас с атакой. При этом у них дофигища пойза. И, собственно, надо либо от них уворачиваться, либо еще что-нибудь делать. Как-то контрить. И даже если вы их отпарируете... Ауч! Ну-ка, полетели. До свидания. На! О! Вдвоем! Нет? Ну-ка, сыкнешь. Ага, отпарировал. Ну, пойдемте вставим фигню. Блин, я прыгнуть хотел. Подержали. Это точно. Старая, конечно, крутая была, но и эти тоже неплохие. Телефон? О! Орбы! Орбы важнее. Ты же сказал не проехать. В смысле? Окей, видимо, тебе везде проехать. И здесь можно прокачивать и менять себе руки, и вообще делать все, что можно было делать у статуй в прошлых сериях. То есть, в прошлых сериях. Ну да, в прошлых сериях, но и в других играх. Так. Двойной прыжок. Вот что мне нужно. Это, конечно, не идеально для босса, который будет дальше. Идеально вообще было бы jump cancel и калибур. Ну ладно, уж что поделать. Комбо Б, комбо С. Я думаю, я их и возьму. Или, или стрик. А, не, со стриком нельзя их взять будет. Ладно. Б. С. Хорошо. Так. И руки. Я думаю, я куплю Герберу. Я обычно это не делаю, но здесь она мне пригодится. You need anything else? Да, не, вроде все. Так, и я поставлю ее вот сюда. Хорошо. О,
Можно купить? Окей. Я не против. Выносливость. Ах. Окей. Ну, поехали. На. Воу. Somebody call a doctor? Human! I wasn't expecting any survivors! Ну, привет. Sorry to disappoint you. Hey, you happen to see a guy around here? About this big, uses a cane? I was supposed to meet him. Did you snack on him? Возможно. Your blood is a very precious sacrifice. Eating you would do me no good. I must have every last drop to rule the underworld as king. Okay, ну, удачи. King? You? I don't know. I mean, you're a big guy and all, but you seem more like a knuckle-scrapping fart in the wind than anything else. No offense. Puny human, do you know who I am? Видимо, босс. I shall show you the wrath of the mighty, the lion! Это интересно. Ты точно его не съел? Ну и пищевой ремень у тебя. Тут даже уголь не нужен, активированный. Но, и так как он такой большой... Здесь Кербер работает очень даже неплохо. И советую... советую не разбивать ее так, во-первых. Хм, ладно. Но без Кербера все-таки лучше держаться на полу. Потому что, опять же, у ворота в воздухе нет. Есть дабл-джамп, но он как-то, блин, плохо работает. На! Нет. Нет. На. Да хватит прыгать. Ты. Да-да, трепещу прямо. Ты мне даже урон не наносишь. Получай. Блин, вот тут без джамп-кэнсила, конечно, блин, все очень сложно, потому что вот сейчас я попытался добраться до земли ударом в падении побыстрее, но его не хватило, и я не смог увернуться. Ты еще и стену ломаешь. Так, это мне не нравится, я лучше пойду. Да, теперь можно заряжать в пути. Что очень даже неплохо. Нет. Слушай, у меня есть для тебя подарок есть. На. На. Не надо это делать. Я лучше побегу вот сюда, потому что здесь есть зеленые орбы. А, и все. Мне казалось, здесь еще рука. А, вот рука. А, блин, там хреновая рука, что ли? Ё-моё, заменили ее. Ладно, пофиг. Нет? Нет? Получай. И куда ты пошел? Так, руку не поднимай. Ха-ха-ха. Отпарировал его. Ну, давай. На. Нет.
Да, на земле, в принципе, неплохо с ним сражаться. Но в воздухе поприкольнее. У меня для тебя подарок. На! А чё-то она урон не нанесла немного. Ладно, возможно, я возьму эту руку. Да, чтобы ее сломать, видимо. Если я попадусь вот на это. Окей, видимо, не попадусь. Хорошо. На! Ой, нет. До свидания. Ну шо, будем тебя добивать? Ауч. Тебя добивать, говорю. Он впервые меня так станет. Бум. Нет. К сожалению, я заметил, что дабл джамп, он как-то плохо уворачивается. Там, видимо, мало кадров уязвимости, если они вообще есть. Опа! Курица прилетела. I curse my stars in bit of grief and woe. That made my love so high. And me. So low. И тебе привет, Есенин. Ты можешь стрелять пантерой? А меня научишь? Прикольная штука. Чё там посинел весь? Да понятно, на все готово пришел. Pardon my delay. I was catching up on some reading. Yeah, looks like a real page turner. Нас это предают? So, you think Dante's still in there? If Urizen defeated him, then I expect he's not much more than Clyphod pollen by now. A what? Clyphod. It's a tree that grows in the underworld. Почему? It thrives on human blood, and those whose blood it sucks, well. Да, я заметил. Let's just say they don't turn out too well. Well, in any case, we need to find out. If Dante's alive, we'll save him. If not, we don't. Wait. First, we need to exterminate some Clyphod roots. Окей. Еще боссов убить? Я за. V, what the hell are you? Он просто животных любит. I know, I'm late. Shut it! The roads were all clogged. Hey, you must be V, huh? Hey, you're gonna get that? Ding, 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 right by your feet. А чё, эта штука не испарилась? Ooh-wee. I'm gonna make something amazing out of this. Did you just sniff that? Do you have any idea where that's been? Up your butt? Ну, совсем немного. Focus on the mission. Почти без урона. Все А. И получается С. Я не знаю, как эти предыдущие оценки работают. Но ладно, я не против. Ну, а на этом, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.